Всем привет, дорогие зрители! С вами Мэтт Смайл. Мы начинаем стрим игры Dave the Diver. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что профессор Бекон сделал нам устройство для перевода речи морского народа. И с ним мы отправились в аванпост, где последний раз видели морской народ. Там оказалось, что принцесса плохо себя чувствует после встречи с огромным кальмаром. И ее защитничек, в кавычках, отправил нас на поиски двух видов кораллов, чтобы ее вылечить. Когда ей немного полегчало, мы отправились к ее деревне, но путь оказался перекрыт завалом, и сейчас нам нужно его как-то расчистить. Во время вечерней смены в суши-баре к нам зашла девочка с куклой, которая позже поведала, что у нее расстройство на почве того, что ее отец отправился ловить рыбу и не вернулся. Очень печально. Но уже в этой серии мы не будем так сильно форсировать основной сюжет, а повыполняем побочные задания. Заработаем немного монет для улучшения снаряжения, так как его уровень уже начинает немножко не хватать. Ну что, погнали! Так, у нас есть несколько основных таких вот заданий, которые сейчас нам нужно выполнить. Это расчистить завал и поймать каких-то клеонов. Но я думаю, мы пока это не будем точно особо делать. Просто половим рыбку. И плюс ко всему, у нас есть еще вот одно задание. Карри из мурены. Мурены — это ночные хищники. И поэтому придется делать заплыв ночью. Поэтому будет довольно-таки интересно. Но есть один минус заплыва ночью. Если мы плывем ночью за рыбой, получается так, то, что время на подачу суши в самом баре уменьшается. И вот в этом заключается минус. Но некоторые виды рыб, такие как мурена, обитают только ночью. Поэтому тут уже ничего не поделать. Так, данные виды рыбок нам не нужны. О, кстати, так как мы получили перчатки, мы сейчас уже можем ловить вот этих вот фиолетовых морских ежей. И это очень круто. Также, если не будем забывать, что девочка, та, которую мы помогли в прошлый раз, дала нам сачок. И теперь мы можем ловить вот различных ракообразных. Креветку. Также мы еще можем ловить морских коньков. И другую мелкую живность. Посмотрим, что у нас здесь вообще есть такое. Так, половим немножко их тоже. Пусть будут. Так, веревки нам тоже нужны для улучшения вот этого нашего основного оружия. Пистолета сетевого. Так что их будем тоже подбирать. А вот, о, морской конек. Давайте его поймаем. Раз. Что, не поймали или что? А, она еще просто не показала. А вот, морской конек с длинным рылом. С длинным рылом. Нормально, блин, перевели. Опа, еще сюда креветочка. Что у нас тут есть? Блин, ну такое себе, ну ладно. Нам, конечно, по-любому нужно ловить акул, потому что за них действительно много дается монет при приготовлении этих блюд. Потом, что нам еще надо? Нам нужно рыбка с таким желтоватым брюхом, который обитает на глубине там в районе 100 метров. Что нам еще надо? А, глубоководные медузы нам также нужны. Будем их тоже ловить.
Ну и уже на следующее погружение мы специально подождем вечера и отправимся за Муреной. Там, я так понимаю, уже, наверное, пистолет сетевой нам не особо будет нужен. Нужно будет взять что-то более-менее такое. Помощнее, типа винтовки. Потому что толку от этого пистолета, если там в основном будут хищники. Ну ладно, это будет все равно наш первый заплыв, посмотрим. Но я думаю, лучше будет взять обычную винтовку. Так, ладно, погружаемся. Конечно, не мешало бы нам кислород пополнить, но будем надеяться, что здесь где-то оно есть. Так, вот, еще нам нужно парочку каракатиц словить. Блин, не в ту сторону ты поплыла, каракатица. Как раз таки для улучшения винтовки. Да блин, почему ты так странно плаваешь? Ха, сразу три. Отлично. Чего? Это какая-то новая рыбешка? Коренастая испанская. Макрель испанская. Я столько раз ее видела, что ни разу ее не ловил. Хм. Интересно. Интересно, интересно. Так, нет, это мне не надо. Да чтоб тебя, я не хочу менять оружие. Блин, кислорода половина. Ну ладно, у меня хотя бы есть баллон. Отстань, блин. Отстань, я тебе сказал. Все, блин. Лезет она тут ко мне, барракуда гребаная. В принципе, у нас даже вот есть на этом наконечнике есть шанс, что мы сможем усыпить цель. Сможем даже чисто попробовать. Вот раз. Что такие у нас? А, вы... А, нет, не то. Это, наверное, более крупную рыбу нам надо так делать. С этой так не получится. Так, вот, вижу баллон с кислородом. Но, наверное, мы пока используем вот такой и возьмем этот. А тот пусть пока лежит. Так, вот нужная мне рыба. Иди сюда. Иди сюда. Так, сейчас ее... Отлично. Так, вот, каракатица еще. О, кстати, мужской конек, иди сюда. Да чтоб тебя! Мне сама каракатица мне не особо нужна. Мне нужно больше. У нее там, не помню, чешуя вроде. Да, вроде бы чешуя называют. Вот, она мне как раз таки и нужна. Так. Блин, уже вес довольно-таки большой, ну ладно. Ничего страшного. Так, все, подбираем это. Блин, опять эта огромная акула. Я не хочу вообще с ней ничего иметь общего. Слишком жесткая в данный момент для меня. По крайней мере, пока у меня нету винтовки с собой, на нее лучше даже вообще не рыпаться. Блин. Чуть по-другому надо плыть.
оплывать эту скалу. Да, нам сюда вот надо. Так, что у нас здесь есть по рыбкам? Ничего такого толкового нету. Так, эта зеленая нам не нужна. Блин, сколько здесь патронов? А нужной рыбки все нету и нету. Кстати, вот эту я не помню, я ловил, не ловил. Можно будет сейчас проверить. А вот ты есть тут. Раз, заодно и проверим, есть ли у меня эта рыбка или нет. Да, есть такая уже. Ну ничего. О, хороший наконечник. Так, раз мы использовали это... Я, наверное, туда уже на глубину не пойдусь в этой серии. Не вижу смысла. Нам сейчас нужно, наверное, будет еще акул каких-нибудь побить. И другую еще живность половить. Так, хотя вот эту сейчас сразу такую толпу их поймать. Ладно, развернулась одна. Так бы можно было бы троих зацепить. Опа, опа. А вот это мне надо. Вот это... Блин, да куда ты поплыла? Зараза. Ладно, тебя так просто поймаем. У меня патроны там еще есть запасные. Так, иди сюда, акула. Да какого? Какого ты сразу решила на меня напасть, блин? Да уж, меткость у меня зашкаливает, как обычно. Хм, 4 удара. Интересно. Так, что у нас тут еще? Вот эту по-любому поймаем. Так, где-то здесь было у нас коробочка с патронами. Вот они. И заодно пополним запас кислорода. Так, поплыли дальше. Да, вес уже, конечно, такой. Еще там сколько, вроде... 7-8 килограмм максимум. Так, надо попробовать еще поймать вот вас. Вдруг вы дадите мне нужную. Походу нет. Не, плохо. Столько их поймал, и в итоге ничего не этот. Нету. Эх, обидно. Мне нужно было... Кожа этой каракатицы. Так, о, кости еще есть. Так. Так. Ладно, патроны можно. Даже один патрон обновить, потому что особо... Уже много, так ничего не будет. Там уже совсем другая, совсем другой биом, как говорится. Больше вот этой рыбки, как она там называется, точно
Белый Каранкс нету. Что можно потиху всплывать. Ну и здесь есть еще каракатицы. Да стойте, блин. Попробуем. Вдруг в этот раз получится. Ну что? Нет. Опять не повезло. Ну как так-то? Почему? Так, я вижу вон там креветку. Можно будет ее споймать. Так, морского конька тоже поймаем. Иди сюда, креветос. О, это тигровая креветка. Это необычно, это тигровая, он прикольно. Хотя по виду она точно такая же. Особо ничего нету. Ладно, всплываем. Может быть, тут где-то еще акула одна будет. Так, вот сейчас еще раз попробуем. Блин, разбежались. Зараза. Ну как так-то? Ладно, у нас патроны есть, в принципе. Можно попробовать. Нет, не везет. Ладно, так. Скинем одну каракатицу. А вот и акула. Да, сама она не очень нам прям так нужна. Нам больше нужна ее голова. Давай. Так. Так, забираем раз. Два. Все. Перевес. Что ты ко мне докопалась? Их можно просто это уничтожать и не обязательно их ловить. Вот в чем. По этому заданию. А я думал, их наоборот надо именно словить. Ну тогда это другое дело, в принципе. Сейчас еще вот они тут есть. Давайте сюда. Хорошо. Так, здесь, может, есть что-нибудь интересное? Нет. Так, я... Ой, я не хотел этого. Так, конек новый. Он столько много весит, что ли? Да ну нафиг. Полкилограмма. Странно. Очень-очень странно. Так, что у нас тут? Вроде чашка виднеется. Да, отлично. Это 50 монеточек. Кума. Так, вес у нас уже, конечно, приближается к максимальному. Надо что-то еще поймать и подумать, что именно. Крокатец, я уже, блин, столько наловил, ничего даже не прокнуло. Хотя, может быть, там надо именно... Иногда бывает так прокать, а иногда... Может, нужно на лодку их отвезти и там уже вскрывать, типа,
Так, кривитосы. Интересно, из них что-то готовить можно? Этих морских коньков, кривитосов. Ладно, проверим, как говорится. Я помню, где-то здесь были ментузы. Ох ты, блин, тупая рыбеха. Какого вообще лешего ты на меня нападаешь, блин? Так, почему у меня вес превышен? Еще одну просто взял сразу. Понятно. Так, вот, да, вот все, вижу медузы. Половим их и уже будем всплывать тогда. Не, вроде как по килограмму весит или по два по килограмму. А все, максимальный вес, серьезно? Я еще хочу одну поймать. Сколько тогда максимальный вес у нас? Что тут можно? Вот, давай тебя выкинем. Максимальный вес, значит, у нас сейчас 109 килограмм. Получается. Понятно все. 109 килограмм. Угу. Получается сколько? 15 сверху. Оп, ладно, сейчас еще выкинем даже одну медную руду. Вот это очень важная вещь. Веревки сейчас нужно, их вроде 40 штук, как если не шмели. Или 40, или 30 штук надо, чтобы улучшить наш пистолет сетевой. Ого, как получилось. Ха. Все, ладно, плывем наверх. Да, сейчас тогда скидываем всю эту рыбу, что здесь есть, и ждем ночи. А ночью уже будем выплывать. Блин, там чашка. Я уже не буду столько скидывать. Фух, так, отлично. Нет, кожи каракатицы у нас нету. Плохо. То есть у нас получается, вот зачем нужно так, улучшение, вот пистолет, лучше чтобы было 5 патронов в нем, еще довольно таки много сетей, фрагментов, ну, золото там со временем заработаем. И второе, что я хочу, это винтовку улучшить, сделать из нее усыпляющее, то есть 40% шансом. Такой винтовкой можно даже самые огромные рыбы успокаивать. А, например, этим пистолетом нельзя. Так, что тут? Можно что-нибудь продать? Ну, давай, пока 35 имеется. Давай 30 продадим. Десять продадим. Давай 17 продадим.
все. Это есть. Ладно, это сразу можно продать. По идее, я бы вообще... Вот говорю, вот фрагмент кожи, вроде ничего на нем не написано, что нужно там для улучшения или что. Так же вот как звезда. Но, например, фрагмент кожи нужен. Точно так же, возможно, будет и с тигровым, вот это, зубом тигровой акулы. То есть, да, он стоит очень много. Но не очень хочется сейчас продавать. Так, у нас, что тут есть? Так, мы что-то новое поймали, оказывается. Что мы тут могли новое? А, креветка белоногая, морской еж. Так, здесь мы что поймали? Макрель еще одну, тигровую креветку. Угу. Здесь ничего, а здесь вот наши коньки. Хорошо. Так. Т, пропустить время. Ну давайте, ждем. Да, нам нужен вечер. Хм. Читает книжечку. Так, вот началась ночь. Да, и вот как видите, время, которое вечернее, идет на обслуживание суши-бара. Мы его часть этого времени потратим. Ну ладно. Так, один раз ночью мы можем погружаться, и всего два раза за сутки. Ух, так, фонарик у меня есть. Блин, я забыл ружье поменять. Я хотел сделать, взять обычную винтовку, потому что здесь будут в основном хищники. Ну ладно. Уже ничего не поделаешь. Опа, какая-то еще разновидность медузы, причем агрессивная. Хм. Да не хочу я тебя ловить. Коробочная медуза. Или коробочная. Хм, интересненько. Новый вид медузки. Так, это мы собираем. Блин, что я взял? Нафига? Да, есть шанс, что мы сможем... Так, я кого-то там видел? Мне показалось. Что мы сможем этой колотушкой кого-то усыпить. Но, блин, тут в основном сейчас будут плавать большие рыбы. Кого нам там усыплять? Так, мисо паста. Еще такой звук, блин. Странно. Будем знать, что здесь у нас есть этот ящик с патронами. Так, а вот и первая акула. Еще патроны. Почему она ждет вас четырех? Не понял я что-то. У нее ночью что? У нее ночью больше здоровья или что? Почему так? Уже 6 ударов. 7. Да ну. Почему так 8? Ребят, что такое 9? Почему так? 10 ударов. То есть у нее почему-то стало уже 170 хп. Хотя нет, тут столько же дается этот. Ничего не понимаю. Почему так? Так, барракуда тут тоже плавает. Так вот, ладно, кислород возьмем.
Серебряная чашка там, оказывается, была. Так, есть вот винтовка, но... Блин, я видел вот этих вот медуз. Возможно, стоит сейчас попробовать посмотреть, что тут еще есть такое. И если ничего больше не будет... Если ничего больше не будет... А, так даже, да? Ну ладно. Больше ничего не будет. Можно будет попробовать. Тогда поменять на винтовку. Хм. Как-то странно. Почему-то... У них резко стало очень много хп. И мне что-то это, ну, совсем не нравится. Так этих очень много тоже хищных рыб плавает. Что тут, будут еще медузы? Или это была так, разовая акция? Ну, вид, конечно, вообще шикарный. Просто шикарнейший. А вот, есть. Отлично. Раз. Так, вот мы словили одну мурену. Но у нас закончились патроны, надо пополнить боезапас. Где-то тут я видел. Так, вот есть он. То есть мурена, значит, плавает не так уж и глубоко. Ну что, ладно. Самое хорошее, что ее можно поймать сетью. Чтобы она была трехзвездочной. Отвали от меня. Отвали, я тебе сказал. Не трогать. Не трогать меня, блин. Все, потеряйся. Так, здесь что-нибудь есть? Блин, еще одна акула. Еще одна акула. В принципе, ладно. Давайте попробуем. Но это уже какая-то другая. Да, это уже другая акула. Это более агрессивная. Блин, нет, успеть. Ты чего творишь, блин? Что-то она какая-то реально агрессивная очень. Ну, хотя для акулы это свойственно. Если сравнивать с теми, она и быстрее намного. Блин, опять меня схватило. Успеть. Хоп. Фу. Поймали. Так, что это за акула? Ну-ка, давайте рассказывать. Медная какая-то. Ладно. Ладно. А вы что здесь делаете? Вы считаетесь хищниками или что? Ха-ха. Ну, кстати, ночной вид мне намного больше нравится.
Все как-то более красиво, эстетично. Берем, ладно, можем и ангар взять, почему нет? Иди сюда, блин. Блин, почему у нас столько хп? Это мне реально интересно. Почему столько хп у них стало ночью? Так, я вижу там медузу. Так, только сейчас пополним кислород сначала. Блин, я хочу еще одну какую-нибудь мурену найти. Потому что одной мурены это маловато. Так. Будем надеяться, что где-то есть еще. Есть, вот еще, отлично. И там какая-то еще акула есть, я видел. О, челюсть мурены. Интересно, она зачем нужна? Так, это что за акула? Обычная самая? Или опять это этот, медная? Так, ну здесь получается у нас суть в том, что больше акул. Куча вот этих хищных рыбешек. Интересно, а что на самом, на самой глубине будет? О, еще какая-то черноконечная. Хм, другой вид акул. Ну ладно. Собираем, пока тут все. Все равно у меня еще очень много доступный вес. Туда я что-то не очень хочу плыть. Хм-хм-хм. Есть тут что-нибудь более интересное? Так, блин. Барракуда. Давай. Раз все равно тут, давай тебя поймаем. Не хочет ловиться. Что это такое? Странно, очень странно. Почему получается так, что у них выросло хп? Это я не совсем понимаю. Или получается ночью выплывает более крупные особи, хотя тогда менялся бы вес. Ну, чуть-чуть странненько это. Ну да, было бы интересно, чтобы, например, ты ловишь уже такую ночью рыбу, чтобы она давала либо больше мяса, либо чего, но точно не просто так. У него увеличивалось хп и все. Реально как-то тупо. Вот это мне не совсем нравится. Угу, снайперская винтовка. Ха-ха. О, моя любимая акула. В принципе. Можем сделать пока вот. Интересно, хватит трех выстрелов или нет? Давайте проверим. Так, иди сюда. Так, расстояние. Ничего себе там рейндж. 20. Нет, не хватило. Ха-ха. То есть у нее теперь уже больше 90 хп.
Сколько еще надо будет раз? Два. Блин. Три. Четыре. Пять. Это плюс еще. У него тоже 190 хп, блин. Это что такое? Откуда у них столько стало? Непонятно. Непонятно. Ну ладно, хотя бы сложность повышается. Так, что у нас тут есть еще? О, сейчас погрузимся в третий биом. Посмотрим, что у нас там. Там и так рыбы толстые. Блин, упал. Свинцовая руда. Ага, понятно. Получается, ночью у нас доступно только два биома. Хм. А почему так? Ладно, что поделать. Поплаваем еще тут. У нас тут еще не все вроде как исследовано. Но не мешало бы нам сейчас найти баллон с кислородом. Так как кислорода уже осталось 50%. И не очень хотелось бы со всем этим, что я вот все вижу, всем, что у меня сейчас тут есть, попасть в какую-то передрягу и утонуть просто. Так, детальки возьмем. Кстати, странно, что я забыл снайперку разобрать. Ну да ладно, уже не будем туда возвращаться. Так, пополняем запас. Отлично, все. О, ну вот, вот как-то сгенерировалось, но очень неправильно. То есть вообще в пару метрах еще один баллон. Зачем, спрашивается? Просто зачем? Тут ничего нету такого. О, сейчас быстро поплаваем. Так, здесь что-нибудь у нас есть? Или кто-нибудь? Нету. Ладно, погнали на дно. Если нас пропустят туда. А, ну все, это опять закрытая зона. Блин, что, все получается? Исследовал все, что можно тут. Я думал, будет больше места для исследований. Тут всех крупных рыбёх я уже отметелил. Ничего не осталось. Жаль, жаль, жаль. Ну ладно, давайте барракуду еще вот эту возьмем, что поделать. Так, стоп, сначала мы возьмем веревку. А потом уже барракуду. Да, веревочку. И сейчас вот барракуду. Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Все, вес превышен. Можно плыть. Так, сейчас мы, по идее, сможем набрать последнего этого, последнего подписчика и перейти на новый уровень. Серебряного на золотой, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим это. У нас сейчас ранг какой? Серебряный, да. Один подписчик нужен, будет золотой. Так, что мы здесь
смогли поймать. Вот. Маринский угорь. Так. Медузку. И вот два вида акулы, которые только... А, ну странно, они показаны, что они... ну все правильно, это ночь. Все. Только ночью они обитают. Все, можем отправляться. И мы сейчас как раз таки сможем сделать карри из мурены. Замечательно. Что у нас там по персоналу? Джеймс. Нет. Так, я вот не помню, надо посмотреть, что у нас там будет. Сотрудники какие? Мне кажется, он не совсем мне нужен. Давайте, наверное, проверим ее еще тоже. Ну, тоже такую себе. Так. Ладно. Отправляемся на поиски более лучших сотрудников. Нам еще нужен кто-нибудь сюда, чтобы быстрее таскать все. Тут нету никаких блюд. Так, вот нужное нам блюдо. Нет, мы ставим его. Делаем автозаполнение. Так, что у нас еще тут есть такое? Вот это блюдо. Его тоже ставим. Автозаполнение. Опа, отлично. Новая анимация. Хрена себе, что он там делал? То он бы, блин, там развалил бы весь этот себе бар. Жесткий чувак. Так, это мы поставим. Наверное. Не, ладно, пока нам это не надо. Остальные блюда тут тоже не особо так нужны пока что. Чуть-чуть. Нет, вот это даже трогать тоже не будем. Бесполезно, это мы тоже не трогаем. О! Хм. Каракатица. Блин, они какие-то тут все дешевые. Нету особого смысла в них. Морской конек тоже дешевый, блин. Почему так? Так, мурена. О, ежик. Да, его легко как бы добывать, чего и мало, но... Так, медузы не будем, потому что, как я помню, там где-то читал, что какой-то будет медузная вечеринка или что-то такое, где будут в основном ходить гости требовать медуз, поэтому пока, да, не будем этого делать. И давай одну только порцию поставим,
чтобы заполнить, повыше рейтинг сделать. Это у нас пока максимальное. Ну что, будем начинать. Так, а когда этот придет? Есть какой-то день, когда он придет или что? Кари из Мурены, я ж вроде вот оно, да? Кари из Мурены есть. Все, будем начинать тогда. Начинаем. А вот он пришел. Ну давай попробуй. Переместился в детство, получается. Да его, наверное, из родителей как-то заплакал. Супер. Отлично. Интересно, что он мне дал. Чего? Подарок вот. Повезло у нас из-за того, что я ночью этот, не так много сейчас будет людей. Блин, не все продалось. Так, 107 есть лайков. Замечательно. Больше 1000 заработал, неплохо. Если была бы вся ночь, было бы еще больше. Супер. Так. А что он говорил там, приходи ко мне на задний двор или что там? А вот, вот так. Ну хорошо. А что там посреди ресторана? Что это? Опа! Фишфарм. Рыбное фермерство. Ничего себе. Так. Угу. О, прикольно. Реально аквариум. Можно отправить банчо суши, либо просто продать. Ага. То есть, если я ловлю какую-то рыбу, у меня есть шанс, что я получу типа икры с нее. И смогу ее сюда закинуть. О, могут размножаться. Интересно. Интересно. Что у него тут есть? Ночная зона. До 250 метров.
Давай ее тоже купим, я же вроде отправляюсь иногда туда вниз. Пусть тоже будет. Все, так, теперь мы на суши сюда съездим. Нам нужно повысить рейтинг ресторана. Так, где это? Повышение рейтинга. Так, опять эти двое. Что в этот раз, как они будут проверять? Перчатку возьму как у проктолога. Лайк. Отлично. Так, новые блюда. Так, так, так. Отлично. Что нам следующее надо? О, у нас даже уже выполнено. То есть нам теперь просто набрать подписчиков и изучить рецепты. Хорошо, ладно. Так, лайки, лайки, лайки. Так, что за блюдо? Рис? А где мне взять рис? Коралловая форель. Вот это есть, ну блин. Кунжутное семя, блин, не. Пока мы этого делать точно не будем. Что тут в интерьере? Есть что-нибудь новенькое? Стулья нет. Колонки, освещение. О, есть что-то бесплатное. Вазочки. Берем. Угу, японский веер тоже берем. Так, тут ничего. Тут все за деньги. Картины какие тут. Wi-Fi роутер. А давайте повесим его. О, еще растения доступны бесплатно. Все, применить, отлично. Чуть облагородили. Теперь можно возвращаться. А, кстати, покормить еще кошку можно. У меня же вроде был корм. Так. Хм, все. На лодку возвращаемся. Новый пост загрузил кто-то. Ага. Отлично. Так, здесь у нас появился, так понимаю, да, он в записной книжке. Ну что? На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока.